Кировские дороги худшие во всем Приволжье. К такому выводу пришла инспекция Общероссийского народного фронта. В Кирове инспекция побывала месяц назад, оценили состояние студенческого проезда и сравнили наши дороги с дорогами Дагестана. Несколько недель делегация ОНФ инспектировала дороги Приволжского федерального округа и пришла к выводу, хуже, чем в нашем городе, нет нигде. Срочного ремонта требует 265 улиц. Это почти 90% всей уличной дорожной сети города.